У вас есть именинник? Шапки всегда выходи на тренировку. Спортивных успехов. Сейчас план работы у нас такой. Пробежимся, два круга, разомнемся, пойдем на трибуну, походим маленько. И основная работа у нас в зале. Вопросы есть? Всем все понятно? Направо, бегом, марш! Максимально широкой амплитудой работаем. Чуть-чуть побыстрее. Вот сюда мы поднимаемся, проходим, там возвращаемся. В России живем. Правостороннее движение. Спина прямо, корпус прямо, ребят, держим. Левым боком, ребят. Поехали, поехали. План работы такой. 10 станций, 2 круга. Первый круг 10 раз, второй круг 12 раз. Всем понятно? Первый. Жим лежа. 40 кг. Вторая станция. 30 с гири. Третья. Армейский жим. Ребят, здесь у нас не толчок, да? Не такое. Здесь у нас именно жим. Вес небольшой. Встал. Никуда не торопимся, ребят. Веса маленькие. Нужно нам прокачать. Присед. После приседа у нас тумба. 75 сантиметров с низкого приседа. Запрыгиваем. Сходим. Здесь у нас, ребят, подъем на грудь. Вес небольшой. Встали. Чуть ниже колена пустили. Зафиксировали. Шестая у нас. Жим ногами. Ничего сложного. Тяга к подбородку. Вес небольшой. Взяли поуже. Высоко не надо вот так вот поднимать, да? До бороды. Фронтальный присед. Положили на плечи, то есть кому как удобно. Кто так, кто так. То есть взяли и поехали. Девятое. Отжимание на фитболе. Ноги ставим сюда. И отжимаемся. Десятое. Лежат гантели. 10 килограмм и 7,5. Первый подход мы делаем. Ставим ногу на боссу, то, что делали, присед на ногу. Второй круг будем делать, кто с десятками не может, 7,5, но желательно с десятками. Второй круг мы будем делать, выпад назад, без боссу. Понятно, да? Первые номера всегда начинают по команде, чтобы у нас не было бардака. Первые номера, поехали! Еще раз после жима три подтягивания, после приседа три раза отжимания.
Ниже садись, Марк. Здесь выпрыгивать вот с такого положения. Сел.